Приветствую YouTube, приветствую зрителей моего канала. В этом небольшом видео я расскажу об истории одной часовой компании. Компания очень известная, я бы сказал, знаменитая. Это компания American Rolls-Royce Watch Company. Компания просуществовала на белом свете более 100 лет. Ее история началась в 1850 году и завершилась в 1957. Компания была организована в 1850 году в городе Роксбери, это штат Массачусетс. Основателями компании были Дэвид Дэвисон, Аарон Деннисон, Эдвард Ховард. Финансовую поддержку компании организовал оборонный промышленник некий Сэмюэль Кертис. Производство часов было начато в 1851 году, и первая партия небольшая была готова где-то к концу 1852 года и разошлась среди сотрудников компании. Первые продажи населению начались в 1853 году. Ну, довольно интересная информация о ценах на продукцию этой компании в те годы. Ну, в частности, компания выпускала разные модели, разные оформления были, разные материалы использовались. В частности, выпускались как в золотом корпусе, так и в серебряном. И стальные корпуса использовались. Так вот, цены на различные модели этих часов на момент 1865 года были следующие. Причем я буду приводить вам цены только на механизмы, без учета корпуса, стоимости корпуса часов и без учета стоимости его декора. Но, в частности, модель William Ellery стоила $13. Еще раз повторяю, это цена только на механизм. William Ellery $13. PS Bartlett $16. Bartlett Ladies $30. Appleton Tracy $38. AT & Company Ladies $40. И, наконец, American Watch Great. Цена их была $175. Я хочу сказать, что цена, скажем, $12-13 по тем годам, это были достаточно приличные деньги. Чего уж там говорить про 175. Это очень большая сумма была. Интересно, что согласно биографическому описанию Карла Сэндбурга, Авраам Линкольн владел и носил часы этой компании. В частности, он носил модель William Ellery. Вот видите, одну из самых дешевых выбрал. Я думаю, что у него была возможность выбрать любые часы. Я имею в виду стоимость. Часы были в серебряном корпусе, так называемом охотничьем корпусе. Они были 18-го калибра и на 11 камнях. Изготовлены часы Авраама Линкольна были в 1863 году. Как я уже сказал, компания была основана в 1850 году в городе Роксбери, но через несколько лет, достаточно быстро, компания изменила свое местонахождение, и корпуса были построены в городе Волтон. Это на берегу реки Чарльз Ривер, также в штате Массачусетс. Производство часов продолжалось до 1957 года, и всего было изготовлено за это время порядка 35 миллионов часов. То есть это, в общем-то, был не эксклюзив, ширпотреб, но довольно высокого качества. Еще хотел бы сказать, что на протяжении лет, этих многих лет, компания периодически меняла свое название, но тем не менее в историю она вошла вот именно под таким вот именем, о котором я сказал, это American Wilson Watch Company. Производство было прекращено в 1957 году, и компания стала называться Wilson Precision Instrumental Company. Instrument Company. Wilson Precision Instrument Company. Права на название Wilson Watch Company были проданы Hallmark Watch Company в Чикаго, штат Иллинойс, которая продолжала продавать импортные часы, но использовала, однако, имя Wilson. Ну, насколько я понимаю, было не совсем корректное, может быть, даже не совсем в ладах с законом, потом они приняли там какой-то закон, чтобы не было вот такого вот упоминания
этой марки Olsen. Несколько оригинальных фабричных зданий все еще стоят на живописных берегах реки Chat River и были добавлены в Национальный реестр исторических мест в 1989 году. Часы, которые вы сейчас видите на экране, изготовлены в 1896 году. Корпус выполнен из 14-каратного золота. Двойная задняя крышка декорирована бриллиантом. Ну, не очень крупным, но не так, чтобы уже не очень мелким. В каратах я сейчас не назову их. И четырьмя рубинами довольно высокого качества. Вес часов 56,6 грамма. В диаметре они 39,8 миллиметра. И толщина корпуса 12,4 миллиметра. Ну, хотел бы сказать, что качество выпускаемых часов в этой компании было довольно высоким для своего времени. И специалисты отмечают, что в то время это качество превосходило качество швейцарских аналогов. Точность хода некоторых моделей составила предмет гордости в наши дни. Ну вот, например, известная так называемая железнодорожная модель, она имела точность хода плюс-минус 30 секунд в неделю, не в сутки, а в неделю. По тому времени это было очень серьезным техническим достижением выпустить часы столь высокой точности хода. С часами этой компании связана одна достаточно трагическая история. Ну, об этом можно было очень долго говорить, но не хотел бы затягивать это небольшое видео. Поэтому скажу лишь, что некий Джон Гилл, которому было 24 года от роду, он был пассажиром «Титаника», и он оказался среди погибших в самой знаменитой катастрофе 20 века. И он был бы сильно удивлен, если бы узнал, что его часы Olsen, которые он купил в начале века за 15 фунтов стерлингов, ну, как я понимаю, они не были в золотом корпусе. Так вот, они уйдут с молотка на одном из аукционов Лондона в начале 2000-х годов более чем за 25 тысяч фунтов стерлингов. Дело в том, что его часы остановились в момент затопления судна. Ну, если вы помните, это произошло глубокой ночью, холодной ночью, безлунной, с 14 на 15 апреля 1912 года. Корабль получил повреждение, пробоину при столкновении с айсбергом в 23:40 вечером и продержался на плаву 2 часа 40 минут. И в 2 часа 20 минут ночи ушел полностью под воду. Вот. И вот вещи Джона Гилла, включая эти часы, они были переданы его вдове. Она в мастерской заменила поврежденный механизм, но в память о муже сохранила старый механизм и циферблат, показывающий время трагедии. Вообще, надо сказать, что в этой страшной трагедии погибло где-то, по разным данным, от 1400 до 1600 с лишним там человек. Говорю это не из неуважения к памяти погибших, а просто потому, что точно цифры никто не знает. И среди всех этих погибших вот удалось поднять из воды где-то 330-332 человека, точно сейчас не помню, но чуть более 300 человек удалось поднять из воды. И вот, в частности, одним из погибших оказался этот Джон Гилл. Довольно интересная история, насколько вот такие вот события могут влиять на стоимость вещей. Можно посчитать 15 фунтов стерлингов и 25 тысяч фунтов стерлингов, во сколько раз выросла цена этой, в общем-то, достаточно заурядной модели. Ну, а если говорить о часах, которые вы видите на экране, ну, вполне возможно, что и с этими часами тоже связана какая-то, может быть, трагическая, может быть, загадочная, а может быть, даже криминальная история, на которой был так богат 20 век. Кто знает.